Всем привет! Сегодня мы приготовим аппетитное и очень вкусное блюдо – запеченный картофель с беконом. Для рецепта я выбрала вкусный красный картофель от наших поставщиков – братьев Гусевых. Он отлично подходит для запекания. А подавать будем с сочными помидорками и хрустящей квашеной капусткой от семьи Билан. Все продукты для этого рецепта можно заказать на сайте «Ешь деревенское». Ссылочки в описании под этим видео. А по промокоду «Еда» действует скидка 500 рублей на ваш первый заказ. Для рецепта понадобится 5-7 картофелин, 100 грамм бекона, сметана, 100 грамм тертого сыра, помидоры, квашеная капуста. Подготовим картофель. Хорошенько его вымоем, натираем растительным маслом, протыкаем шкурку вилкой, чтобы картофель не лопнул. Добавляем соль. Каждую картофельную заворачиваем в фольгу. Отправляем в духовку при температуре 200 градусов примерно на 1 час. Порежем бекон на небольшие кусочки. Каждую картофелинку разрезаем пополам и вынимаем серединку ложкой. К картофельным серединкам добавляем обжаренный бекон, следом добавляем сметанку и все хорошо перемешиваем. С домашней сметаной получается вкуснее. Возвращаем начинку обратно в картофель. Посыпаем картофельные лодочки сыром и отправляем обратно в духовку минут на 10, чтобы сыр расплавился. Запеченный картофель с беконом готов. Приятного аппетита!